Okay, okay, you should really get to know me. Okay, okay, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Okay, okay, you should really get to know me. I see you looking at my body very closely. But there's a lot of things about me that you don't see. You know we can take it faster, take it slowly. We could fly out to Ibiza and get cozy. All your friends are looking for you, they don't know where you're. Добрый день! Я не просто так поставила преамбулы к разговору это видео, потому что моей собеседницей сегодня является победительница конкурса красоты «Мисс Дания 2019» Катя Стокгольм. Катя, здравствуй. Здравствуйте. Очень приятно тебя видеть. Большое спасибо, что ты согласилась поговорить со мной, рассказать о конкурсе, поговорить о красоте, о своем опыте. И, конечно же, первый вопрос у меня будет банальный. Где ты родилась? Откуда ты приехала? Я родилась в Оденсе, в Дании. И там, собственно, жила всю свою жизнь до сих пор. То есть ты датчанка. Да. Удивительно. Нужно сделать комплимент твоим родителям. Если ты у нас и родилась в Дании, и так чисто, без акцента говоришь по-русски, то твои родители сделали огромную работу, привив тебе твой родной язык. А корни у тебя откуда? У меня мама русская, из Петербурга, а папа датчанин. Угу. Поэтому я такой микс между двух культур. Обычно все конкурсы красоты, они происходят как некий старт, трамплин. Трамплин в моделинг, трамплин в школу актерского мастерства, ну или трамплин, я не знаю, там, в хорошее замужество. В каком возрасте у тебя вообще случился этот конкурс? Он стал трамплином для чего? Я на конкурс попала, когда мне было 23 года. Вот. Все это началось еще в 2019 году, в начале осени. Так получилось, что незадолго до этого я познакомилась с одной русской, тоже в Дании, ее зовут Марина. Она на тот момент была мейкап-артисткой, и мы с ней как-то сдружились на почве того, что я очень любила фотографировать красивые вещи, там, ухаживать за собой и так далее. И как-то она меня сподвигла на то, чтобы пойти на этот конкурс. На самом деле не могу сказать, что я как-то думала, что это должно быть стартом для чего-то. Просто для меня это был, ну, как опыт интересный, попробовать себя в чем-то другом. И я пошла на это, и так получилось, что выиграла. И, ну, конечно, сейчас уже, смотря как бы назад, я понимаю, что, конечно, мне это дало огромный толчок в том, чем я занимаюсь на сегодняшний день, но это не было как бы спланировано. Так как ты уже в возрасте таком достаточно зрелом для модели, то есть ты явно не могла стартовать в моделинг с этого конкурса, видимо, из того, что я прочитала, ты уже имела этот опыт перед конкурсом. Я так не знаю, правда или нет, ты была моделью для журналов и рекламы нижнего белья. Нет, такого не было. Нет, я не была моделью для нижнего белья. Я просто работала моделью как бы больше по профилям каких-то брендов, кому нужно было, допустим, там для матрасов мы снимали какие-то шутинги, для каких-то одежд, но для нижнего белья такого не было. Угу. Ну вот, не знаю, кстати, откуда у вас такая информация. Какой-то англоязычный источник. Признаю, что основная информация тебе англоязычные источники. Угу. В русскоязычном сегменте информации практически нету. Ну вот, то, что вот я прочитала о тебе, то я и озвучила. Хорошо, что ты, в общем, поправила и рассказала, что на самом деле. Женщины вообще испокон веков привлекали к себе внимание, и будь это сейчас, будь это там несколько сот лет
лет назад, даже в период, там, я не знаю, там, правления Османской империи, вот все правители, они на вакантное место жены в гарем устраивали тоже те же, ну, скажем, утрированные, но конкурсы красоты. Первый конкурс красоты состоялся 133 года назад, прошел он в бельгийском городе Спа. На тот момент в конкурсе приняло участие 350 человек, и, естественно, что выбрали небольшое количество, 21 участницу, уже для участия в конкурсе. Каким образом происходил кастинг в Дании, мы сейчас посмотрим. В общем, что нужно было для участия? Портфолио плюс, может быть, эссе о себе, как-то иначе. Вообще, как все это происходило? На начальных этапах, да, это было то, что нужно было отправить свое портфолио, каких-то фотографий, желательно не профессиональных, на самом деле, чтобы был виден человек, а не ретушь там искусство фотографа. И потом нужно было отправить о себе, написать какие-то главные пункты, какие у нас ценности, там, над чем мы работаем, какие у нас проекты в жизни. И, в общем, я это все отправила. И потом мне пришел имейл, что я прошла на дальнейший уже кастинг, который был уже, ну, личный. Я пришла на встречу, и там мне задавали очень много вопросов, как бы смотрели, естественно, какая я. Вопросы задавались конкретно, чтобы посмотреть уровень интеллекта. Ну, я думаю, что на самом деле вопросы были по поводу многих аспектов, но именно как мы отвечаем, насколько мы формулируемся правильно, насколько у нас есть какая-то позиция жизненная, какие-то ценности, как мы их защищаем, как бы, и так далее. Конечно, как бы интеллект в этом тоже имеет немалую роль. Прошел какой-то период времени, нужно было ждать, и сколько ты ждала до того момента, когда ты узнала, что тебя отобрали, и ты будешь принимать участие? После кастинга уже, который был вживую, я ждала, мне кажется, месяца два, потому что проходили параллельно другие тоже кастинги, выбирались девчонки. Вот, и через два месяца я получила ответ, что я поступила в топ-25 Дании, и они меня ждут в такую-такую-то дату, как бы, чтобы я это все подтвердила, и, ну, в общем, так и получилось. Говорить в целом о конкурсах, то тогда, в тот первый конкурс, который проходил в бельгийском городе Спа, не было того формата, который имеем сегодня мы. Тогда девушки дефилировали в длинных вечерних платьях, а уже в Америке позднее стартовал формат, который нам более или менее привычен, то, что мы видим. Первая победительница того бельгийского конкурса красоты стала девушка из Гваделупы и получила призовой фонд в размере, не помню, 5-8 тысяч франков. Очень внушительный. Конечно, у меня вопрос. Какой приз за победу получила ты? Приз за победу у меня был немножечко другой, не в формате какого-то денежного приза, а на самом деле в формате того, что было организовано очень много проектов со мной в моем участии. То есть это были более профессиональные на самом деле призы. Также я, ну, выиграла то, что я поеду защищать Данию на конкурсе «Мисс Вселенная» уже. И, естественно, все, что для этого нужно было, то есть там одежда, все там бьюти-процедуры, которые нужно было делать, все это мне, естественно, было оплачено.
Вот, кстати, интересный факт я тоже прочитала в интернете о том, что Дания за всю историю конкурсов только дважды попадала в число призеров, занимали второе место в разные года, в отличие от Швеции, которая 6 раз становились победительницей девушки. И как ты думаешь, с чем это связано? Во-первых, Швеция выигрывала уже давным-давно, это было еще последний раз, по-моему, в 90-х годах. И на тот момент Швеция выигрывала вообще во всех конкурсах, что касается Евровидения, конкурсов красоты и так далее. Швеция очень хорошо представляла своих кандидат, и поэтому я думаю, что, естественно, результат виден тоже. Поэтому на данный момент, да, я думаю, что политика играет роль в этом, почему маленькие страны особо не занимают мест в больших конкурсах, потому что мы не можем как бы конкурировать с тем, что предлагают другие более большие страны, например, Россия, где Мисс Россия — это огромный конкурс, все о нем знают, его показывают по телевидению и так далее. В Дании, к сожалению, такого пока что еще нету. И поэтому, на самом деле, мне кажется, в Дании не понимают, что такое конкурс красоты, и просто считают, что это устарелый какой-то формат, ну, что оценивают именно красоту физическую, хотя на самом деле это совсем не так. Конкурсы красоты в Россию пришли очень поздно, на 100 лет позднее, чем это, в общем, проводится в Европе, чем стало обыденностью для Европы, для России. Это была новинка, и только в 1988 году прошел первый конкурс красоты «Мисс Москва», и победительницей стала известная Маша Калинина. Для нее как раз-таки конкурс стал тем трамплином, она ушла сразу в моделинг, она победила на тот момент, ей было 16 лет. И после этого она уехала в Америку, в школу актерского мастерства. Видимо, были амбиции покорить Голливуд, но не получилось. До сих пор она живет в Лос-Анджелесе, в Америке, и в данный момент она что-то развивает и каким-то образом развивается в плане йоги. В Дании есть такая особенность, вот эта вот гендерность, феминизм, потому что все-таки Дания — это колыбель феминизма, когда есть непонимание или протест против оценивания женщины по внешним данным. Это да, у нас еще вот пошла такая волна высмеивать девушек, потому что когда им задают совсем банальные вопросы, кто написал «Идиота», касательно вот обычной школьной программы вопросы, они не могут отвечать, и это смешно. Из этого делают различные мемы. Но если смотреть более глобально, то девушки, ведь те, кто участвует вот в этих мировых конкурсах красоты, они должны соответствовать многим критериям. Первый критерий – это она должна быть целомудрена, она не должна появляться в тех или иных местах, она должна быть хорошо образована. И многие ведь девушки знают по 4 языка. Сколькими языками владеешь ты? А на данный момент 6. Очень многие конкурсантки имеют шикарное высшее образование, победительницы, я имею в виду конкурсов красоты, поэтому сказать, что какие-то там глупые курицы участвуют в этом конкурсе, не скажешь. Победительницы конкурса красоты в данный момент, они являются послами, послами мира, они ведут активную благотворительную деятельность, они способны привлекать к каким-то проблемам, будь то политическим, будь то каким-то локальным у себя в стране. Поэтому роль, в общем-то, победительниц конкурса красоты, она не так, скажем, проста, как это может быть показаться, что ну что там красота, да? На самом деле оно все очень глобально. Расскажи, пожалуйста, о каких-то табу, чего тебе нельзя делать вот в этот промежуток времени, пока ты целый год, в общем-то, коронованная особа, ведь ты, наверное, должна какие-то действия согласовывать и, может быть, интервью не давать на какие-то определенные темы, не комментировать, потому что твой даже личный Инстаграм, он притягивает внимание той же желтой прессы, и от любой фразы, неаккуратно сказанной, можно раздуть огромную утку. Чего тебе нельзя делать? Во-первых, есть правило того, что мисс не имеет права быть замужем, иметь какие-то отношения, по крайней мере, показывать их публично. Вот. А во-вторых, еще есть такие, конечно же, правила, что мы все под контрактом. Как на любой работе, мы все под контрактом, что значит, что
мы не имеем права, там, допустим, не согласовывать с нашим менеджером, что мы делаем, где мы появляемся, что мы комментируем. Нас обучают, там, как правильно комментировать. Какие-то политические вопросы мы обходим стороной, мы в это особо не ввязываемся, так как это не наш посыл, как бы, в основном, если это не является нашей благотворительной акцией какой-то. Поэтому, естественно, есть какие-то ограничения, и мы учимся каким-то ораторским способностям, чтобы обходить элегантно таких вопросов, которые задают всегда, потому что это же интересно нас вывести. Вот, поэтому как-то так. Понятно. Я сейчас попробую сделать еще одно включение, это будет еще одна вставка, и мы поговорим о твоем костюме. Costume represents women from a small Angolan province. This red, white, and black costume signifies strength, joy, and courage. There is nothing wrong with being courageous and strong, like Angola! Argentina! Representing one of the seven wonders of the world, this magnificent crystal suit represents the famous Iguazu Falls, located in northern Argentina. Having a ball as a large waterfall, it's Argentina. The headpiece features coins that protect its wearer from evil spirits, and the belt symbolizes fertility. We must confess we love a holiday dress, like Armenia's. Imprisoned in a cave with her lover before dying a tragic death. It's noble and brave to die in a cave in Aruba. Australia. This costume represents the frilled neck lizard and is that is commonly found in the Australian outback. The recycled dress is made from the cut-up canvases of seven Aboriginal artists. It doesn't take a wizard to change art into a lizard. Australia! All right. On deck we have Bahamas. The Bahamas parrot is a native bird that stands for resiliency. This multicolored gown appears to be a feather-like gown and comes complete with a beak-like headpiece. Not sure if you heard, but she looks like a bird. Bahamas! Bangladesh! This striking red sari is stuffed with a model hood of the iconic Bangladeshi riksha. The red and green colors represent the colors of her flag. Representing her nation dressed as a transportation, it's Bangladesh! Croatia. This costume represents the fact there's a lot of clean water in her country. Called Mother Earth, this dress was created with the idea that water and land need to work together in harmony. Meet Earth's daughter. She's a big fan of water. Croatia. Czech Republic. This costume represents the 1989 revolution, when her country changed from a communistic regime to a democratic one.
It features a red, blue, and white train, the colors of our national flag. As you can see, it feels good to be free when you are Czech Republic. Denmark. Behold the Queen Viking. This custom costume is made out of recycled materials and is green and black, the colors of nature. This Viking queen decided to go green. Denmark! Я, в общем-то, специально дала посмотреть зрителям то разнообразие костюмов, которое представлено на конкурсе красоты. На самом деле, вот костюмы – это произведение искусства, столько много деталей. Это дизайнерские костюмы, это тоже старт для какого-то определенного дизайнера. Вот твой костюм, кто его создал? Мой костюм создавала дизайнер из Оденс, как раз-таки Оденса, которая... знает меня с самых детских лет, она как-то пошла по степи дизайнерства, и именно что мне понравилось, когда я выбирала ее для создания костюма, что у нее все материалы переработаны, либо переиспользованы, и мне очень понравилось это в контексте того, чтобы мне показать, что такое Дания, потому что мы очень много говорим о том, что нужно перерабатывать все материалы, что мы мусор там сортируем и так далее. И мне хотелось создать костюм, который как бы за этим стоит, что-то более, чем просто этот костюм, а сама идея, как его создавали. А почему черный ангел? Конечно, в русской интерпретации это может быть отсылка к черному лебедю. Вот, но черный ангел, какой концепт у костюма? У меня не было черного ангела, я была викингом. Да, мы смотрели, как бы викинги, как они одевались изначально, что это на самом деле было пестро только на какие-то там праздники, а в обычной жизни они были как бы более такие сдержанные в цветах, как сказать, цветах природы, чтобы они всегда могли скрыться, если кто-то на них нападал и так далее. Поэтому мы выбрали именно эти цвета. Нужно отметить, что даже если смотреть на моду, даже на стрит-фэшн, то невозможно не отметить, что основные превалирующие цветовые гаммы, они все черных, серых, вот таких вот оттенков, ну как... Там 50 оттенков серого, вот примерно что-то есть очень так отличительно для Дании, вот именно эта цветовая гамма. Поэтому я соглашусь, да, что натуральные цвета, когда можно нивелироваться в зависимости от погоды, не ярко, не пестро, выдержано, да, нордически. Да, потому что это был национальный костюм, именно я должна была показать, что такое в Дании, и как-то все это совместить в один костюм. Вообще это было достаточно рискованно, потому что обычно на Мисс Вселенной всегда показывают очень пестрые костюмы, очень такие, очень много блесток, очень много всяких, как сказать, элементов декора, чего у меня особо не было. Потому что я считаю, что... А у тебя была интерпретированная вот это вот на голове, то, что вот, и, конечно, она переработана, она сделана несколько по-другому, но все равно основные силуэты, если мы говорим о викингах, о их головных уборах, то он присутствует. Да, он осовременен, да, но он узнаваем. Да. Да, я согласна с вами, но как бы рискованно я имею в виду в том, что у меня не было блесков, у меня не было пестрости, у меня было все очень сдержано, но как бы понятно и все равно нарядно, на мой взгляд. Ну, знаешь, вот даже то, что не было вот этих блесток, вот этой яркости, это же ведь все не характерно, пестрость, она не характерна, да. Да, да, костюм на самом деле очень интересный, мне понравилось, ты очень хорошо держалась. Что касается... интриг, как вообще происходили вот эти вот дух амбициозности, соревновательности, что, как оно вот было на конкурсе? А в смысле, как вообще все происходило? Ну, знаешь, вот рассказывает Цискоридзе, как там в пуанты там и соль сыпали, и клей наливали, то есть вот конкурентки, ведь они тоже разные, и амбиции иногда очень большие у человека, человек, естественно, может идти на такие подлости. Вот во время конкурса что-то было? Ну, у меня было как бы, ну, таких, чтобы прямо соль там или что-то засыпали, такого не было, но...
было, конечно, такое, что какие-то вещи пропадали, кому-то там, возможно, не хватало какой-то там пудры, они хоп, и взяли у тебя, да, как бы, и ты стоишь такой, а где пудра? Вот, но как-то вот такие вот мелочи были, но на самом деле хочу сказать, что девочки были все очень профессиональные, и все друг друга очень сильно поддерживали. По крайней мере, страны, которые как-то вот по совместимости, да, вот как бы я часто была в Швеции, там, Норвегии, Финляндии, с Украиной я очень хорошо подружилась. В мой год, к сожалению, не было мисс России, вот. А так, конечно, ну, все друг друга поддерживали. Видно было, что вот большие страны, то есть, ну, в больших странах, я имею в виду, в конкурсах красоты, это часто там Бразилия, Колумбия, США и так далее, они, конечно, тоже держались вместе, но то я не чувствовала, них, чтобы они там... Было видно, что девочки поделились на группировки. Да, естественно, потому что нас было 100, по-моему, 20 девочек, и ну, как бы невозможно со всеми говорить. А потом еще была такая как бы особенность, что мы называли друг другу по имени, не по именам, а по стране. То есть я 2 недели я была Дания. Как-то вот тоже надо было к этому привыкнуть. Как интересно. Все вот эти конкурсы — это огромный стресс. Вот кто бы что ни говорил, кто бы как бы ни относился, но когда ты выходишь на большую сцену, когда тебе нужно презентовать страну, когда вот ты понимаешь, что у тебя за плечами стоит твоя страна, это огромный стресс. Как ты справлялась с этим стрессом? Кто тебе помогал? Есть ли какие-то в команде психологи, которые, в общем-то, вот купируют какие-то моменты, которые, конечно же, ну, у всех физиология одинакова, мы все боимся, мы все стесняемся, и понимаем степень ответственности, кто помогал? Мне помогала очень сильно владелица мисс Дании, ее зовут Лиза, очень помогала сильно, как бы в какие-то советы давала, как справляться с этими ситуациями. Она сама была мисс Дании в 2006 году, и поэтому знает эти ситуации, а так в нашей группе, к сожалению, нету психолога, но мне повезло, у меня мама психолог, много с ней говорила, и я, в общем, делала очень много медитации на самом деле, хотя времени на это абсолютно не было, но вот когда уже умеешь это делать, то это можно сделать буквально за 5 минут и как бы уже спокойнее. Визуализации делала. Конкурс красоты — это своего рода Евровидение. У нас что-то со связью. Всегда есть некая команда, которая тебя готовит и принимает участие с тобой вместе в этом конкурсе. Кто был той командой, группой поддержки, кто ездил с тобой на конкурс, кто принимал участие в конкурсе? Ну, смотря что вы называете командой, как бы за мной была команда, которая присутствовала в Дании, которая меня подготавливала. Это были различные фотографы, мейкап-артистки, стилисты, дизайнеры, люди, которые помогали мне из салонов красоты, с которыми я была привязана. В общем, их на самом деле очень много, если так пересчитывать. Но вот команда, которая меня готовила морально, там, отвечать на вопросы и так далее, в принципе, это была я сама и моя менеджер Лиза. Понятно. В Дании, к сожалению, нет такой команды, как хотелось бы именно в этой сфере. Ну, я имела в виду то, что ты перечислила, что фотографы, потому что все это ведь работа все равно команды, когда готовят одного человека, который должен представлять страну, особенно если это не локальный конкурс, а мировой конкурс. И ты же ездила в Америку, да? Да, я ездила в Америку. А кто там был группой поддержки? Кто, там были люди, которые знали о том, что ты едешь и тебя поддерживали? О, конечно, нас встречали в аэропорту уже как бы, ну, там на самом деле все очень серьезно. Нас встречали уже с, как сказать, с телохранителями, которые с нами ходили. Мы не имели права выходить без них никуда. У нас еще была такая привязанность, то есть каждый, я жила с одной девочкой, с мисс Норвегии. Все девочки жили вдвоем, и у нас у каждой комнаты была женщина, которую называли мы мама. Она нам могла помочь в любых каких-то вопросах, она всегда нас сопровождала, и она всегда знала, где мы находимся, хотим ли мы кушать и так далее, и тому подобное. А так, да, мы не имели права выходить никуда вообще без команды или же без телохранителя.
потому что фанаты очень, очень дико себя ведут, к сожалению. А ты ездила сама или все-таки с родителями? Мои родители прилетели, но не вместе со мной. Они не имели права этого делать, я должна была прилететь одна. Вот. Но они прилетели на день позже. Что касается уже конкурса в Америке, там совершенно уже другие эмоции. А дома и стены помогают, а там ты на другом уровне. И в чем самая такая главная отличительность? Вот в размахе, в другом отношении к конкурсу? Ну, есть несколько вещей, в чем оно отличается. Например, в том, что когда я участвовала в конкурсе «Мисс Дания», это происходило так, чтобы все могли там отказаться от работы, либо от учебы. То есть в основном это были выходные дни. У нас были хорошие условия в плане того, что мы там приходили в 10 часов утра, готовые уже завтракали там, что хотели утром, или выспались, и где-то часов 8 вечера мы закончили уже. А в Америке все было совсем по-другому в этом плане. Я прилетела, и сразу было такое чувство напряжения того, что как бы время мало, потому что время было всего 2 недели для того, чтобы подготовить телевизионные 2 шоу, то есть полностью хореографию, что мы там делали, и организовать там с костюмами и так далее. В общем, все это очень большой процесс, и ты все время чувствуешь, что на тебя смотрят. То есть смотрят каждый твой шаг, как ты, сколько ты там раз ходила в туалет, как ты там себя повела, с кем ты общалась, как ты общалась, давала ли ты интервью, достаточно ли ты сказала. То есть ты все время чувствуешь, что как бы... Что ты под наблюдением, что ты вот как... Да, и тебе нужно как-то вот понравиться, наладить отношения с другими участницами, с персоналом, который там. И потом еще влиял очень сильно тот фактор, что мы должны были в 6 утра уже быть готовы, накрашенные, попушившись, там все-все-все при параде, и ложились спать мы где-то, наверное, в 1-2 ночи. То есть спать у нас оставалось, ну, соответственно, в 6 утра мы готовы, 2 часа примерно я собиралась, остается 2 часа. Давай посмотрим включение, как это было в Дании. Sådan ser vores finale felt ud, og får os naturligvis de her 3 kvinder, som lige nu er i top 3. Skal vi ikke lige høre det for Maria? Og Sabrina. Og Katja. Vi skal have fundet vinderen. Lisa, her er kuverten. Tak skal du have, Claus. Allerførst. Nummer 3 ved årets Miss Universe Denmark 2019. På tredjepladsen har vi Maria Mawena. Så enten Sabrina eller Katja, der vinder titlen og æren som Miss Universe Denmark 2019. Vi nævner vinderen nu, Lisa. Vinder af Miss Universe Denmark 2019 er... Katja Stockholm! Thank you.
Минуты твоего триумфа. Да. Было все, конечно, очень празднично, очень волнительно. И, конечно, энергетика невероятная прям в зале стояла, это очень чувствовалось. Еще одно включение. Касательно оно будет еще одной информации, которую я нашла на просторах интернета. И, честно говоря, была... Ну, не для меня это было неожиданно, и, конечно же, я не могу не спросить, опять же, это все англоязычные источники, это не русскоязычный интернет, я не могу не спросить, там пишут, что ты была последней девушкой принца Фредерика перед тем, как он женился на его нынешней жене. Как вы познакомились и где? К сожалению, это была не я, не могу вам такую рассказать историю. Это другая девушка, у нас очень часто путают имена, потому что у нее имя Storkholm с R, а у меня Stockholm. Это другая девушка, да, но не первый раз это слышу, кстати, поэтому... Да. А, да, да. То есть я так думаю, надо же. И если смотреть по фотографиям, то есть по лицу, вы даже внешне чем-то похожи тогда, вот чисто на фотографиях. Есть некая... Не успела чуть-чуть. Не успела чуть-чуть. В общем, интрига не удалась. Вот ничего ты нам не поведаешь об отношениях. К сожалению. С принцем. Но вернемся к нашему конкурсу и... Еще раз хочу у тебя спросить, то есть на момент твоего участия, тебе было 23 года, у тебя уже было какое-то образование, кто ты по образованию? У меня образование интернациональная экономика и менеджмент, я сейчас заканчиваю его в университете Воденсен. Вот этот твой конкурс, то, что ты в нем участвовала, как-то это заметили, это отметили, ты произвела фурор, это гордо вот этому учебному заведению, что студентка поучаствовала и победила в конкурсе красоты, или это прошло все так как-то никак? Знаете, получилось так, что все, с кем я учусь, естественно, об этом узнали, я никому не говорила. Все мои профессора тоже ответили, мне пожали руку, сказали, что им очень приятно, что они учат такую студентку. Еще был артикул в газете нашего университета, но сказать, чтобы прям вот сильно очень что-то изменилось, не могу. В Дании, опять же, к сожалению, этот конкурс недостаточно большой, на мой взгляд, и поэтому... Как бы даже нет информации. Увеличилось, но обычно же есть вот определенные мужчины, парни, которые любят красоту, ценители красоты, которые отслеживают эти конкурсы и знакомятся очень адресно с девушками, которые, в общем-то, действительно красавицы, и они хотят иметь рядом с собой вот такую красивую жену. Появилась какая-то движуха вообще в этом направлении после конкурса? Ну, естественно, появилась, особенно, кстати, не из Дании, особенно интернационально, очень многие начали писать, хотят знакомиться и так далее. Вот, но из Дании это произошло чуть-чуть, мне кажется, как наоборот, отпугивающий какой-то маневр. Для них это... Не знаю, может быть, боятся наоборот или что. Ну, в общем, интернационально, да, в Дании меньше.
меньше. Ну и, конечно же, так как мы сегодня говорим о красоте, невозможно не вспомнить красавицу Монику Беллуччи, которая говорит о том, что люди готовы простить человеку ум, даже талант, но красоту никогда. Отсюда у меня вопрос. Мешает или помогает тебе твоя красота? В профессиональном плане, я думаю, нужно уметь себя, со временем я это поняла, что нужно уметь себя подавать правильно, несмотря, потому что часто это бывает на самом деле минусом, не воспринимают всерьез, не хотят слушать то, что говорят, считают, что все это смешно, если я что-то профессионально рассказываю, но со временем умею поставить себя так, что нету сомнений, что нужно все-таки прислушаться. Поэтому думаю, что это зависит от именно подачи девушки, и если правильно это все повернуть, то это может оказаться... Просто говоря, этим. Что когда ты красивый, тебе двери открываются, ты уже априори, придя на собеседование, да. получаешь эту работу, у тебя всегда есть экстра бонус. Вот ты чувствуешь, да. что красота в какой-то момент играла тем той последней каплей, когда именно она была решающей. Знаете, мне кажется, наоборот, это было первые капли, на что обращают внимание, заходят, и уже как бы люди расположены к тебе, это, естественно, у нас так натурально заложено, что красивое притягивает, но капли, на самом деле, оказывалось наоборот, то, что можно профессионально как бы ответить, ну, оставаться как бы профессиональным в своем деле, потому что часто я сама чувствовала, что да, открываются двери, да, люди хотят сотрудничать и так далее, но не воспринимают всерьез, и это не очень приятно на самом деле. Поэтому хотелось бы, чтобы последней каплей была не красота, а ум. Вот таким был наш разговор. Со мной сегодня беседовала Катя Стопольна, победительница конкурса красоты «Мисс Дания 2019». Я же хочу попросить вас распространить это видео в социальных сетях своих, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставить лайк этому видео. Если у вас есть вопросы, задавайте. А мы увидимся в следующем видео. Всем до свидания.